Всем привет! Веду обзор из магазина Fix Price, который находится по адресу город Москва, торговый центр Премьера. Покажу все самое новое и интересное. Желаю всем приятного просмотра. Сразу же начну с невероятно ярких новинок. Привезли тканевые корейские маски с экстрактами экзотических фруктов и ягод. Посмотрите, какая у них привлекательная упаковка. Идеальное решение в качестве подарка на Новый год для любимой мамы или подруги. На выбор 4 варианта, но лучше купить сразу все, что я и сделала. Стоимость одной маски 55 рублей. Привычный уже контейнер на 6 литров, но с новыми рисунками в нежных оттенках. Боковые клипсы надежно закрываются. Крышка с удобной ручкой для переноски. Цена 149 рублей. Изящная ажурная корзинка с крышкой. Страна производства Россия. 4 варианта цвета на выбор. Крышка закрывается неплотно. Пластик довольно мягкий, на дне 4 ножки. Размер корзинки 35 на 24, высота бортика 11 см. Цена 149 рублей. Корзина универсальная, и она подойдет для хранения хозяйственных мелочей, швейной фурнитуры, канцелярских принадлежностей и так далее. Покажу все три варианта досок из бамбука. Большая за 199. Цена доски среднего размера 149. Маленькая досочка стоит 77 рублей, и она величиной с ладонь. Доски прочные, надежные и подходят не только для нарезки продуктов, но и для подачи различных блюд. Кружка-термос марки Kitchen объемом 450 мл. Крышка пластиковая, очень плотно прилегает. Имеется уплотнительное кольцо. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Попадаются кружки с дефектами. Будьте внимательны при выборе. Три варианта цвета на выбор. Цена 149 рублей. Красивая сервировочная салфетка 45 на 30 см в новогоднем дизайне. Состав ПВХ и полиэстер. Цена 50 рублей. Вот и в этом магазине появились формы для канапе. Они пластиковые, все варианты форм изображены на упаковке. С помощью таких форм можно создать целое множество аппетитных и праздничных канапешек. Цена каждой формочки 13,50. Наборы алюминиевых форм с крышками в новогодней тематике. В одном наборе 8 штук объемом 650 мл. В другом 4 штуки объемом 1 литр. Формы одноразовые, и они идеально подойдут для приготовления пищи, заморозки, хранения и транспортировки готовых блюд. Цена обоих наборов 99 рублей. Интересно, только в нашей семье заварники постоянно бьются. Пора бы нам, наверное, покупать новый. Тем более, что дешевле 199 рублей я нигде не видела. Давно планирую купить стакан для глинтвейна. Вроде и цена у него небольшая. Так вот смотрю на стакан и ставлю обратно. Не знаю, стоит ли брать. Напишите, кто покупал, удобны ли они в использовании. Объемные часы для кухни в виде чайника. Они настенные, работают от одной пальчиковой батарейки. Обратите внимание, что батарейка в комплект не входит. Корпус часов из пластика. Часы легкие, хотя и выглядят достаточно массивно. Цена 199 рублей. О, смотрите, носочки новогодние привезли. Какие забавные рисунки. В составе 70% хлопка. Цена 99 рублей. Есть укороченные и стандартные. Размер от 36. И вот еще пушистые следочки. Посмотрите, сколько вариантов рисунка и цвета. Напишите, какие вам больше нравятся. Цена 77 рублей.
Для мужчин тоже большой выбор носков. Новогодний вариант также присутствует. Куплю какие-нибудь своему мужу. Вот эти, пожалуй, подойдут. Цена та же – 99 рублей. Для деток нашла теплые махровые носочки с изображением животных и птиц. С лисенком, на мой взгляд, самые красивые. Цена 77 рублей. Нежнейшие повязки на голову. Давно их не было в продаже. На выбор с кошачьими ушками и голубые зайчьи ушки. Раньше продавали такие же, только в белом цвете. Цена 99 рублей. Часы настольные с фоторамкой. Имеют классический дизайн, корпус выполнен из пластика. Для работы необходима одна пальчиковая батарейка, и в комплект она не входит. Рамка рассчитана на фото размером 6,5 на 6,5 см. Стоят часы 149 рублей. Упаковка бумажных салфеток в новом дизайне. В боксе 180 штук. Эти салфетки покупаю регулярно. Они очень удобны в использовании и цена приятная – 55 рублей. Игровой набор, болтики и гаечки. Игрушка помогает малышу развивать ловкость и моторику рук, изучая цвета и формы. Цена 99 рублей. Игровой набор «Ракеты» позволяет детям устроить веселое соревнование на меткость. Цена 99 рублей, несколько вариантов цвета на выбор. А эти игрушки-обнимашки просто очаровательны. 4 зверька с прелестными мордочками. Игрушка имеет гибкие лапки, благодаря которым игрушку можно прикрепить на руку или расположить в интерьере детской комнаты. Цена 199 рублей. Ну до чего же милый этот единорожек. Мне кажется, такая игрушка – отличный вариант для подарка. Ой, а это что за мороженка? Это кукла? Точно! Вон ножки торчат. А сама куколка завернута в волосы. Интересная задумка. Длина волос 35 сантиметров. В комплекте есть одна заколочка и можно делать кукле различные прически. Цена 99 рублей. Стильный рюкзак насыщенного оттенка. Подойдет для активного отдыха, фитнеса. Также его удобно брать с собой в путешествие, на пикник или велопрогулку. Ткань плотная, лямки регулируются по длине. Внутри два отделения на замке. Основное и боковой карман. Дно без вкладыша. Цена 199 рублей. Дорогие зрители, благодарю за ваши лайки и комментарии под видео. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, и тогда вы точно узнаете о выходе новых видео первыми. Желаю вам удачных покупок и пока-пока!